Вот. Я так рисую. Мы один раз лепешки такие Вова сделал. Артур разбрасывает все, как обычно, на пол. Вот хохотун. Она печет и слушает музыку. Да, Арина, классно тебе? Да. Добрый вечер. Первое включение. Сколько у нас? 6 часов вечера. Дубль первый. Мы сегодня такие заняты, что просто капец. Некогда нам общаться, да. Ну вот, видите, и до свидания. До свидания. Вот так вот, малышек, все. Ну что, продолжаем. Малыш тут кушает. Так, мирно, смирно. А остальные малыши рисуют. Арина мне тут сказала, что он себе сердце на ручке нарисовал, да? Так я и поверила. Поверила. Угу. Не жми. Он точки ставит, Арина, он не жмет. Все, он ставит себе точки. Так, Артур, скажи. Два. Я так рисую. Скажи. Сейчас я нарисую. Вот, Артур то рисует. Нашего тоже. Зрителя. И он тебе помогает. Нет. Ну, это не обращайте внимания на синий, смотрите только на черный. Я рисую девочку, я думаю, это будет у нас девочка. И Артурчик, видишь, как за тобой повторяет, а? Вот так вот. Ну, вот так вот. Здесь у нас пока рисование, здесь у нас кормление. А Вова пошел что-то на кухню делать нам к чаю. Пойдемте посмотрим, что он там придумает. Пахнет здесь. Кофе-као. Да. Макачинкой. Макачино Вова себе делает. Кофе с какао. И плюс еще сегодня ты уже убрал, да? Сделал себе шоколадное молоко кокосовое вообще. Вот, я пришла снять, что... Мы один раз лепешки такие Вова сделал. Мы главное, Вова сделал. Такие экспромтом были. Но они такие были вкусные. А ты не подслащал ничем? Они были сладковатые. Было очень вкусно. Да, пытается повторить. Я надеюсь, будет так же вкусно. Так что сделаем. Яблочки, овсяночка, мука. Будем к чаю пить. Жулик с папочкой, да, на кухне. Я могу подсластить медом чуть-чуть. Да мне не надо, лучше медом я полью потом, вкуснее будет. Но я точного рецепта не помню. Продолжение влога на следующий день. Да. И у нас уже 2 часа дня. Так, папа пылесосит. Артур разбрасывает все, как обычно, на пол. Да. Тут малыш лежит у меня, да? Совсем не спится ему, совсем не хочет спать. Так? Будем сейчас чай пить. Вчера Вова ж напек штучки эти вкусные. Попьем чуть чаечку. Ну что, Артурчик выспался? Нет. Бесится, тут играет. Артур. Аринка его смешит. Что тоже не смешно. Хохочет, тут носится. Все видно, так неинтересно. Он еще любит играть с этой шторкой всегда. Вот хохотун. Надо перекусить. Эй, ты где там? Что там делаешь, а? Такой лохматый. Такой где лохматик. Ha ha ha!
Как ни странно, при таких криках Артемыч у нас спит спокойно. Ну, правда, со мной. Ждет. Ну, вот такие у нас поигрульки. Так. Поигрульки. Мы уже покушали, поужинали. У нас уже 8:30 вечера. Веселимся. Арина у нас теперь каждый вечер печет блины, каждый день. Вот уже остатки. И мама так подъедает тоже. Сказала, теперь я фанатка блинов, буду печь. Купили 2 кило муки. Она печет и слушает музыку. Да, Арина, классно тебе? Да. Вот. Так что вот так вот. У нас теперь Артур убежал с дивана, поменялись ролями. Все. Пищит тут, боже. Как это еще Артем не проснулся? Я его только положила в кроватку. Боюсь, что они его разбудят. Привет. Ой, ты бегунок. Весельчак. Вот такая вот простая игра со шторкой. Очень весело. Очень часто играются так. Иди ищи, спрячь, затихни. Иди, Аринку ищи, скорей. Подожди. Ну что ты сделал? Он вообще не подходит туда. Где Аринка? Ну-ка ищи, давай, где Аринка? Давай. Что-то сейчас штора вся отвалится. Ой, сколько радости. Сколько радости, а? А папа там посуду моет. Ой, подушками нет.